означает wellness, а Y и Z – это обозначение поколений, которые и будут главными героями проекта. Всем привет, меня зовут Ира, и я считаю себя стильной, модной, молодежной, потому что уже более 4 лет я пользуюсь продукцией компании Coral Club, я пользуюсь добавками и считаю это стилем моей жизни. Я пользуюсь этими продуктами не потому, что у меня есть какие-то проблемы, а потому что я считаю, что хорошо выгляжу, я себя хорошо чувствую и хочу себя так чувствовать на протяжении всей моей жизни, потому что у меня на эту жизнь очень большие планы. И я за то, что каждый человек должен любить себя в первую очередь, должен инвестировать в себя в первую очередь. Я не знаю, как это позволить себе не пользоваться продуктами, не пользоваться бедобавками, не пользоваться качественными продуктами, качественной космоцевтикой для своей кожи и так далее. Для меня это очень важно. Знаете, у меня по жизни есть девиз, который звучит, что не нужно соглашаться на худшее, не нужно соглашаться на дешевле, и не нужно заморачиваться. И здесь компания настолько все круто вместо нас придумала, да, концепция здоровья, паки, что это настолько удобно, ты берешь себе нужную тебе программу, там, Metal Force, Hydra Max, Calavada или какая-то другая, все, там все готово вместо тебя, все придумано вместо тебя, только берешь, выпиваешь, запиваешь водой, и все, не нужно заморачиваться, реально не нужно говорить о моем отношении цены и качества к БАДам, да не только к БАДам, я никогда не буду искать дешевле, никогда не буду экономить, потому что, как я говорила, я сильно себя люблю, и я лучше найду возможность покупать самое крутое, самое лучшее, и поэтому я выбираю компанию Coral Club, потому что я знаю, что это номер один на рынке сегодня по качеству продукта, по концепции, по удобности, по результатам. Но если все же говорить о цене, знаете, для меня это как каждый мужчина хочет для себя качественные часы, да, и там Rolex и так далее. А женщина хочет качественную там сумочку Louis Vuitton, Prada, и у никого нет вопроса, почему там дорого, да. И для меня это понятно, качество всегда соответствует цене. И для меня вот наши БАДы, как для девушки, да, это как сумочки люкс-класса на все случаи жизни. Если мне нужно выглядеть превосходно, а мне нужно это всегда, космоцевтика Privilege – это просто must-have в моем арсенале, да. Если мне нужно сбросить 2-3 килограммчика перед морем, вот возле меня есть это наши бьюти-шейки, это реально крутая вещь, это мои верные друзья в каких-то таких ситуациях, когда нужно быстро все-таки реагировать. Если говорить о чем? О том, когда ты понимаешь, что ты не в своем теле, у тебя не 90-60-90, да, после праздников, Calavada всегда must have, в моем арсенале всегда есть в запасе. И если говорить о громких тусовках, как мы молодежь любим, да, иногда выпить там бокал красного или не красного, или не бокал, съесть пиццу или какие-то еще такие продукты. Но я всегда знаю, как чувствовать себя хорошо в таких ситуациях, благодаря ферментам, благодаря фан-детоксу, да, это тоже must-have на всех громких пати. И если говорить о Белуроне, благодаря Белурону, мне кажется, что все мои одноклассницы думают, что я постоянный клиент в косметолога, но мы-то с вами знаем правду, да, и женщины, которые уже пробовали этот продукт. Поэтому для меня это стиль моей жизни, для меня это быть в тренде, и для меня это классика, знаете, как вечная классика есть в моде, в стиле, во всем. И я хочу эту классику передавать поколению в поколение, что, в принципе, и делаю. Это прям рубрика у Иры на кухне. И знаете, что я хочу сказать? Что наше поколение Y и Z – это люди, которые следуют трендам, моде, стилю. Но это нужно делать не только снаружи, а и внутри. Потому что мы передаем информацию, и будущее зависит от нас, насколько сознательно будут люди подходить к своему здоровью, насколько сознательно будем подходить к нему мы. Поэтому я желаю каждому из нас быть модным, стильным, молодежным, тренде, независимо сколько лет – и заботиться о себе в первую очередь. Yeah. Yeah. Wow. I'm so pretty and you like that. When you get it, I'll be deep inside that kitty cat. Hey guys, всем привет, с вами Алекс Галинский, и сегодня в этом видео я хочу поделиться с вами своим собственным опытом применение биологически активных добавок. Я ими пользуюсь уже порядка 10 лет, 7 из которых я использую продукт компании Coral Club. И на это есть две основные причины.
Первое. Я расцениваю свое здоровье как некий, знаете, такой ресурс, как заряд батареи телефона, без которого он не работает. И я стараюсь относиться к своему здоровью, ну, наверное, как предприниматели и успешные люди относятся к своим финансам, к своему капиталу. Они всегда стремятся его приумножить. Они не ждут, пока от их капитала останется ничего, пока они влезут в долги и так далее. У них есть деньги, они стараются сделать так, чтобы этих денег стало больше. И то же самое относится к нашему здоровью. Это наш главный капитал, без которого мы не можем с вами существовать, не можем быть эффективными. И поэтому я считаю, что не нужно ждать, пока его не станет или пока начнутся какие-то проблемы, а нужно заниматься его приумножением, пока он у нас есть. И вторая причина, это, знаете, такой, как это сказать, образ, да, это некие весы, это некий баланс. Все дело в том, я скажу честно, я не веду 100% здоровый образ жизни, как и, пожалуй, 90% моих сверстников, да, миллениалов, как сейчас это модно говорить. Вот, поскольку ритм жизни достаточно высокий, ты должен быть продуктивен, ты должен успевать это, то, сё. И поэтому, в принципе, ну, на 100% ЗОЖ времени, как правило, нет. И продукт, биологически активные добавки, в частности, продукт компании Coral Club, это некий инструмент, который позволяет держать баланс на весах. Да, вот представьте просто весы, на одной стороне плохое, на другой хорошее. И если вы сегодня что-то сделали плохое, положите что-то хорошее на другую сторону. Да, если вы неправильно питались, вот, например, я знаю, что неправильное питание приводит к набору лишнего веса, но благодаря тому, что я использую LipoStick, продукт компании инновационный для снижения веса, то эта проблема для меня становится уже не такой актуальной. Если я где-то побывал на какой-то тусовке, где мне пришлось там немножко пригубить алкоголя, у меня всегда есть Fun Detox, который помогает мне в этом случае, да, и максимально снижает нагрузку на нашу печень, печенку. Если я понимаю, что как бы не вариант есть какие-то бутерброды, да, а нужно быстро, вкусно и полезно позавтракать, то я использую наши бьюти-шейки, коктейли Daily Delicious, которые, ну, просто 2-3 минуты, и у тебя просто полноценная замена полезного завтрака, да, которая не отнимает у тебя много времени, и ты можешь уделить его работе, там, чтению, чему угодно. Это мой опыт, и я буду его придерживаться и дальше. Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Алексей Кагановский, и я хотел бы с вами поделиться своим отношением к нашему ресурсу, и в частности к детоксам и к биологически активным добавкам. Дело в том, что ресурс – наше здоровье. Его основная проблема в том, что мы не знаем, насколько он рассчитан. И я не понимаю, насколько рассчитан мой ресурс. На 20 лет, на 60, ну уже не на 20, да, на 60 лет, на 80 лет, на 100 лет. Я не знаю, насколько рассчитан мой ресурс, и я не понимаю, с какой скоростью этот ресурс будет расходоваться. И не зная, насколько он рассчитан, я принимаю решение, что лучшее, что я могу сделать, чтобы этот ресурс продлить, это замедлить скорость, с которой этот ресурс будет расходоваться. И для меня детокс-программы, различные биодобавки – это потрясающая возможность уменьшить эту скорость. И если говорить от лица молодого поколения, я долгое время думал, я вижу, что огромное количество людей в моем окружении думают, две основных вещи по поводу вот детоксов и биологически активных добавок. Первое – то, что зачем нам нужны детоксы, ведь организм сам очищается, организм сам со всем справляется. И второй момент, который я думал, это зачем нам нужны биологически активные добавки, если мы все получаем из обычного рациона питания. И если разобраться с тем, все ли мы получаем из нашего рациона питания, я изучил огромное количество информации, мне это было очень интересно. И я попал на один интересный сайт. Я думаю, вы знаете, есть очень много различных в интернете калоризаторов, где можно посчитать там калории из рациона питания, ну и многое-многое другое. И есть один интересный сайт, на котором я посмотрел не только количество калорий, там белка, жира и углеводов из пищи, а еще сколько полезных компонентов мы получаем, то есть витаминов, минералов. Я набросал несколько вариантов меню, и вы знаете, я был очень удивлен. Дело в том, что я набросал абсолютно разные меню. Там были меню и такого формата, типа сосиски, лапша быстрого приготовления и что-то подобного плана. И были такие, как брокколи, спаржа, атлантический лосось. То есть я набросал разные меню. И самое интересное, что оказалось, что практически любое меню, которое я себе набросал, мне этот сайт выдал, что был очень сильный недобор по разным витаминам. А самое интересное, что оказывается, все эти статистические данные, справочники, по которым все это показывается, это справочники за 70
76-й год, за 87-й год. А все мы прекрасно знаем, насколько упала пищевая ценность продуктов за это время. А представьте, если у нас недобор по нормам 87-го года. Что же будет, если в этот сайт вобьют нормы, которые есть сейчас, да, содержание полезных компонентов в продуктах питания на 2021 год? И набросав вот это все, посмотрев, я понял, как много нам не хватает. И я считаю, что биологически активные добавки, различные ферменты, вот как ассимилятор, H500 антиоксидант, цинк, все эти продукты нужны для того, чтобы замедлить скорость, с которой расходуется наш ресурс. И вторая позиция, которая была у меня, и я замечаю, что она есть у молодого поколения, в том, что зачем нам нужны детоксы, ведь наш организм справляется. Но давайте с вами тоже разберемся. Вот я разобрался, хочу с вами поделиться своими мыслями. Конечно, у нас есть свои выделительные системы. Конечно, у нас есть печень, конечно, у нас есть почки, конечно, у нас есть кожа. Но у любого фильтра есть скорость, с которой фильтр может что-то очищать. Правда ведь? И я прекрасно понимаю, я понял это, я этого не понимал раньше, что как только скорость, с которой наш организм загрязняется, начинает превышать скорость, с которой наш организм может из себя что-то выводить, это начинает накапливаться и влиять на наше здоровье. И очень часто я слышал от своих друзей и сам вначале так думал, что, ну, это все генетика, или, если это не генетика, это все экология. Но, опять же, что такое генетика? Генетика – это ресурс. А помните, о чем мы говорили только что? Мы не знаем, насколько наш ресурс рассчитан, поэтому нам надо всячески помогать нашему организму, чтобы этот ресурс расходовался не быстро. Ну, второй момент, если часто вот думать по поводу того, что экология. А что такое экология? Экология – это значит много токсинов в воздухе и в воде. А раз много токсинов в воздухе и в воде, и мы страдаем от этого экологии, значит, наш организм не справляется с этой экологией, значит, наш организм не справляется со скоростью, с которой он загрязняется. И я понял, что различные детокс-программы, в частности, Coral Detox от компании Coral Club, это моя любимая программа, программа для чистки кишечника Коловада, различные биодобавки, для меня, как для человека, который относится к своему здоровью осознанно, это потрясающая возможность, не зная, насколько рассчитан наш ресурс, максимально замедлить скорость, с которой он расходуется. Чего я вам, собственно, и желаю. Всем привет, меня зовут Аиша Ахмедова, мне 33 года, я мама и жена. Я веду активно свой инстаграм, где делюсь лайфстайлом, рассказываю, чем занимаюсь и как ухаживаю за своим микростым здоровьем. Я веду активный образ жизни и благодаря Coral Club я более активна, более энергична, чем многие мои ровесники. Если говорить про мою целевую аудиторию, то я являюсь частью этой аудитории. Это девушки от 25 лет, жены и мамы, которые развиваются или хотят развиваться, которых беспокоит здоровье их и их семьи. И они с легкостью крутят это колесо баланса. Времена, когда женщине было немного за 30, она выглядела как женщина, прошли. Сейчас, как девушка, можно выглядеть и в 30, и в 50, и даже за 70. Доказательство тому – яркие звезды шоу-бизнеса, такие как Джейло и Шакира, которые просто взорвали Суперкубок Америки 2020 своим внешним видом и формой. Шакире на минуточку 43, а Джейло 51. Обе ведут здоровый и активный образ жизни. Ну, конечно, подумаете вы, у них огромные команды, которые занимаются ими. Но, хочу заметить, у нас есть такие же красотки, о которых, возможно, вы еще не знаете. Наталья Красии, Анастасия Сверличенко, Наталья Голоднова, Роза Фомина, которые просто дадут фору любой молодой девушке. Я с ними знакома и собираюсь тоже пополнить эти ряды. 50 is new 30. 50 – это новые 30. Мы наконец научились красиво взрослеть, и нет необходимости жить в кабинете косметолога, обкалываясь с ног до головы инъекциями красоты. Благодаря концепции здоровья мы можем сохранить и улучшить свое здоровье и активность, выводя токсины, и не только, естественным путем, с пользой для здоровья. Самые популярные вопросы, которые я получаю, это кожа, волосы, моя физическая форма и активность. Давайте разберем каждый. Кожа. Два раза в год мы всей семьей проходим комплексное очищение организма. Детки проходят антипаразитарную программу, я с супругом полностью программу очищения начинаю от детокса до здорового кишечника. После, обязательно, я пью 2 месяца подряд по курсу биурона. Волосы. А многие ведь даже не догадываются, каким прекрасным украшением могут быть наши волосы. Неважно, сколько и чего вы мажете и втираете, если у вас дефициты внутри. Сначала начинаются дефициты, и только через пару месяцев вследствие этого вы видите на своей расческе. Цинк, селен, сера, премиум, спирулина – это тот набор, который помогает мне ухаживать за моими волосами изнутри. Если сравнивать с моими студенческими фотографиями, у меня сейчас волосы гуще, красивее, длиннее. Это все я к чему?
Да, генетику никто не отменял, но я точно знаю, что на 30% можно и реально повлиять. Форма, вода, растяжка, концепция здоровья – все это позволяет мне держать себя в активной форме и не засорять себя пищевым мусором. Активность вы получите бонусом ко всему вышеперечисленному. И сразу хочу ответить на мысль – это дорого. Здоровье не может быть дешево. Качество не может быть дешево. Сертификация, многочисленные исследования, тестирования не могут быть дешевыми, а мы с вами не подопытные кролики. В автомобиле из-за неисправности можно поменять ту или иную деталь. Готовы ли вы менять свои органы? Я нет. Ведь если создать нашему организму правильную среду, вовремя проводить ТО, кормить организм по коду клетки, мы имеем возможность практически полностью его обновить. Потому что даже скелет обновляется полностью за 10-13 лет. Всем желаю здоровья, активности и красоты. Вместе с Coral Club. Пока! Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Оксана Катуха. И я из замечательного города Торонто. С вами даже ночью на связи. Хочу рассказать, как Coral Club изменил мою жизнь в лучшую сторону, мое мышление и то, что я задумалась о своем здоровье даже сейчас, несмотря на мой возраст. Обращаюсь к молодежи и хочу сказать, что очень много сейчас молодых людей уже задумывается о своем здоровье. Какой у них образ жизни, какого качества еду они кушают, воду пьют и занимаются ли спортом. Это очень хорошо. Но у меня всегда стоял вопрос, я была и студентка в Канаде и работала, у меня очень много планов, я думаю, что у меня был, есть и будет всегда очень продуктивный образ жизни. И мне нужна энергия, так как и всем вам. Я всегда себе спрашивала, что же делать. Но я нашла для себя решение, и я искренне делюсь этим с вами. Это концепция здоровья от Coral Club, которую я уже проходила, наверное, 2 или 3 раза. Вот, и я хочу сказать, что да, активный образ жизни, но у меня с собой всегда есть очень замечательная вещь. Я называю нашу бокс, Coral Club Box, где есть все необходимые мне компоненты. Это мой пауэрбанк, который в любое время дня и ночи позволяет мне подзарядить свою батарейку и заниматься своим любимым делом. Я когда приехала в Канаду, я увидела, что очень много людей пьют витамины. И я начала тогда в то время спрашивать себя. И я решила, что я хочу быть одним из тех, кто будет делать вклад в свое здоровье уже сегодня и не ждать момента, когда уже начнутся большие проблемы. Вот, в моем окружении много друзей говорят: «Оксана, ну как ты все успеваешь? Ну подарим мы тебе, наверное, сертификат на сон, потому что когда я не захожу, ты всегда онлайн, ты всегда что-то делаешь». Вот, но я хочу сказать, друзья, я на постоянной основе почти принимаю нашу замечательную программу Mental Force. Я себя очень хорошо чувствую, несмотря, как я уже говорила, что у нас ночь, но я продолжаю заниматься любимым делом, и все же у меня полно энергии, и иду покорять мир. Так что хочу сказать очень важную вещь, что нужно выбрать инструмент, который будет подходить вам. Мне подошел Coral Club, я его ценю, люблю, и я думаю, что нужно всегда рассматривать предложение, попробовать, и я уверена, что вам понравится, и вы получите очень хороший результат. Хочу еще сказать, что у нас в Торонто есть очень много health-сторов, в которые вы заходите, покупаете витамины. На каждом молле у нас есть этот магазин. Но большую разницу я увидела в том, что никто мне не звонит, никто не спрашивает, как я себя чувствую, подходят ли мне эти витамины или нет. Поэтому я уверена и искренне всем рекомендую концепцию здоровья от Coral Club. Особенно я хочу подчеркнуть мой любимый коктейль, который называется H500 Minus Plus Pentagon. Это коктейль, который мне когда-то порекомендовал наш уважаемый Леонид Августович, за что большое спасибо. Я хочу также сказать, дорогие друзья, что время БАДов уже давным-давно наступило, поэтому не теряйте времени, будьте всегда продуктивны так же, как и я, даже ночью.
и занимайтесь любимым делом. Будьте очень заряженными на позитив, а в этом вам точно поможет такая штука, которая есть у меня, Powerbank, с всеми необходимыми компонентами. Так что я желаю вам удачи. И помните, что ваше здоровье в ваших руках, и оно дается нам только один раз. И это наша ответственность, а заботиться о нем уже сегодня. Друзья, всем привет! Меня зовут Мисюрка Степан, и моя жизнь — это сплошная энергия, драйв и эмоции. И я уже не помню, когда последний раз начал свое утро без продуктов коралла. Ну что, всем хорошего дня! Это реально мой стиль жизни для того, чтобы быть всегда в бодром и ресурсном состоянии. Мы же все понимаем, что нашему организму нужна поддержка. Современные проблемы требуют современных решений. Сейчас наступила эра онлайна и технологий. Буквально все в воздухе. Беспроводные наушники, беспроводная мышка, беспроводные аккумуляторы. Даже космонавты берут функционал земного питания в тюбиках. У меня нет амбиции стать космонавтом, но почувствовать себя в космолете Тесла каждый день мне помогают наши коктейли и клеточное питание. Кто-то скажет: бесполезный порошок, а я скажу: это прогресс, друг. И это на самом деле очень вкусно. Ваше здоровье. Да, и в целом, ребята, я чувствую себя намного увереннее, когда в моем рационе есть селен, цинк, омега, спирулина, ассимилятор. Я иду в ногу со временем. Всегда провожу параллель с работой в спортзале. Когда мы пришли в новеньких найках, классных шортах, в новом спортивном белье, мы себе нравимся, мы чувствуем себя намного продуктивнее и ярче. Не нравимся себе в зеркале. И к тому же это сегодня уже не просто мода, это необходимость для каждого уважающего себя человека. Будущее уже наступило, друзья. Чувствуете? Я горжусь тем, что происходит в нашей компании. Тем, что...